Римма Васильевна Маркова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России, сестра актера Леонида Маркова, служила в Московском театре имени Ленинского комсомола, в 1971-92 годах актриса театра-студии киноактера, в кино снималась с 50-х годов прошлого века, всего снялась более чем в 80 фильмах. Среди них «Бабье царство», «Вечный зов», «Еще не вечер», «Сладкая женщина», «Отпуск за свой счет», «Родня», «Покровские ворота», «Обрыв», «Гардемарины вперед», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сыщики 3», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многие другие. Надя, что случилось? Ничего. Как ничего? У тебя лицо серое. Его аппендикс что-то шалит! Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов. Сломала ты мне жизнь, бабуля. Да ты меня тоже сломал. Как? А вот так. Костя Лубенцов. Чистенький мальчик. Как пес паршивый нашкодил и следы замел. Я же вернулся сам! Вернулся! Эка ж подлый человек устроен. Когда у него что есть, сроду не ценит. К другому тянется. Гера Александровна Суфимова, актриса-кукловод, заслуженная артистка Российской Федерации, из семьи репрессированных, выросла в детском доме, окончила ГИТИС, играла в Московском театре на Малой Бронной, в результате автоаварии получила тяжелую травму лица и была вынуждена оставить сцену. В 1982 году пришла работать на телевидении, вплоть до последних дней жизни она озвучивала Ворону Каркушу в телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, Кар. Каркуш, давно мы с тобой не виделись. Кар. Тетя, а что нам сегодня покажут? А? Карушину эту я видела вроде. Она там на грядке растет в огороде. Это вот когда ты с печки взял без спросу, да? И чуть-чуть нам пожар не устроил, да? Да-да. Ой, сколько мы всего видели! А теперь пора домой. Скоро ужинать и спать. Марина Францевна Ковалева. Советская актриса театра и кино. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат Сталинской премии первой степени, во время Великой Отечественной войны, участница фронтовых бригад, в 1948-55 годах актриса МХАТ, затем театр в Тбилиси, Целинограда, Горьковской области. Снималась в фильмах «Семиклассники», «Тимур и его команда», «Конек-горбунок», «Клятва Тимура», «Падение Берлина», «Незабываемый 1919-й», «Поэма о море» и других. Кто привел нас к победам сегодняшнего дня? Кто открыл перед нами все возможности? Вы знаете, о ком я думаю. Ах, если б только раз мне вас еще увидеть. А я тебя так ждала, Алеша. Не знаю почему. Не спала все ночи. Вот приедет папа, жалуй. Но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой, то мы тотчас же уедем отсюда в город, понятно? А ты знаешь, что слово у меня твердо. Виктор Петрович Шарлахов,
Советский актер театра и кино, народный артист Азербайджанской ССР. Работал в театрах Казани, Ярославля, Харькова, Самары, Баку, Смоленска. Снимался в фильмах «Подводная лодка Т-9», «Одна семья», «Неповторимая весна», «Хождение по мукам», «Порт Артур», «Бедность не порок», «Ярмарка тщеславия», «Добряки» и других. Ты, кажется, думаешь, Катя, что наш разговор окончен. Напрасно, напрасно. Но я не могу отойти от этих дверей. Довольно морочить мне голову, Бекки. Я не могу без вас. Ты прекрасно знаешь, я не ханжа и никогда не проповедовал монашество. В жизни разное бывает. У каждого могут быть увлечения. Я сам отнюдь не безгрешен, но я требую такта. К черту приличия, я не могу обходиться без вас, а вы торчите здесь день и ночь. Поедемте со мной, Бекки. Скажите да, Бекки, скажите да. Я стар, но я еще крепок, мне еще хватит лет на 20. Геннадий Михайлович Уваров, советский актер, в 1930 году служил в Московском рабочем передвижном театре. Самая известная роль в кино – «Папа Карло» в фильме «Золотой ключик». Также снимался в фильмах «Тайны смерти Петра III», «Шут на троне», «Каин и Артем», «Поворот». Последние годы жизни провел в Доме ветеранов сцены имени Яблочкиной. Далеко, далеко за мной. Сломалась моя шарманка. Добывал я себе кое-как на хлеб по дворам, музыкой и пением. А теперь не знаю, что и делать. Ноги сделай поскорей, ноги сделай поскорей. Послушай, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет? Прости, папа Карло, я все знать хочу. Дмитрий Сергеевич Павлов, советский актер театра и кино, педагог, народный артист РСФСР. С 1938 года артист Московского областного колхозного театра имени Островского. В 1941-83 годах артист малого театра, наиболее известен по ролям в фильмах «Близнецы», «Клятва», «За тех, кто в море», «Сельская учительница», «Падение Берлина», «Крутые горки», «Чук и Гек» и других. Снялся во многих фильмах, спектаклях малого театра, таких как «Варвары», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Фальшивая монета», «Русские люди», «Отцы и дети», «Умные вещи», «Свадьба Кричинского» и других. Преподавал в театральном училище имени Щепкина. В 1983 году вышел на пенсию по болезни. Персональный пенсионер республиканского значения. Разрешите в качестве подшефного музыканта проводить вас домой? Нет, брат. Сегодня уж буду провожать я. У этого жениха от счастья компас испортился. Точно. Тогда разрешите нам поговорить с вашим папой? Папой? Ну да, лично. Пожалуйста. Вот за кого я Лидочку отдам. Человек он порядочный, степенный, умный. Так он Лидочке не нравится. Ничего, матушка, стерпится, слюбится. Ну что ж, вампир Алексей, прикажите какую-нибудь подлость сделать. Борис Петрович Гитин, советский-российский актер театра и кино. В 60-е годы работал в Центральном детском театре, а с 68-го года на киностудии имени Горького. Снимался в фильмах «Такой большой мальчик», «Три дня Виктора Чернышова», «Годен к нестроевой», «Тренер», «Офицеры», «Юнга Северного флота», «По секрету всему свету», «Хомут для маркиза», «Баламут», «Шестой», «Женатый холостяк» и многих других. В середине 90-х ушел из кино, вел замкнутый образ жизни, не общался ни с кем из коллег,
не состоял ни в каких союзах и гильдиях. Работал, но эта работа была никак не связана с актерской деятельностью. Ушел из жизни после тяжелой, продолжительной болезни. Товарищ генерал, группа нарушителей воинской дисциплины. Нарушители, значит. И это лопоухи тоже. Так точно. Можем мне с ним потолковать? Студент, значит? Студент. Причитается с вас. Да нет, я вам очень обязана. А я и говорю, причитается. Прямо и не знаю, чем мне вас отблагодарить. Что, Вера, это я так. Вообще. Ты просто придуриваться. Говори, что умеешь делать, а? Я музыкой занимался. На гармошке, что ли? По классу виолончели. О-о-о, хлебнем щей. Юрий Дмитриевич Саранцев. Советский и российский актер кино и дубляжа. Народный артист Российской Федерации. Начинал актером в театре-студии киноактера. С 1957 года актер киностудии имени Горького. В кино с начала 50-х годов прошлого века. Снялся более чем в 120 фильмах. Среди них «Верные друзья», «Жизнь прошла мимо», «Счастье надо беречь», «Черный бизнес», «Капитан старой черепахи», «Игра без правил», «Дай лапу, друг», «Преступление и наказание», «В бой идут одни старики», «Жестокий романс», «Выстрел в спину» и многих других. Также известен как мастер дубляжа. Его голосом говорят многие зарубежные киногерои. Последнее время находился в московском хосписе. Врачи поставили ему диагноз – болезнь Альцгеймера. Ушел из жизни от инсульта. Похоронен рядом с супругой, актрисой Верой Петровой. Ну ладно, хозяин чаем не угощает. К делу. Давай карту. Надо разложить по минутам, по конкретным местам и людям. Кого видел, о чем говорил. Я тебе сейчас по-доброму скажу. В последний раз. Не за себя, за тебя страшно. В морду дал, не понял. Руку протянул, не понял. Иди. Ну, не надо расстраиваться. В сотый раз тебе говорю. В Москве разберутся. Не надо, не надо. Много ты понимаешь? Да побольше тебя. Побольше меня? Так и вообще не желаю с нами разговаривать. Ну, не ссорь. Что, Наталья Сергеевна, это мы еще не ссоримся. Вера Петровна Петрова. Советская актриса театра и кино. Была актрисой театра-студии киноактера. В 1959-89 годах актриса киностудии имени Горького. В 1954 году вышла замуж за актера Юрия Саранцева, с которым прожила вплоть до своей смерти. Снималась в фильмах «Веселые истории», «Морозко», «Спасите утопающего», «Варвара краса, длинная коса», «Это мы не проходили», «Хомут для маркиза», «Жестокий романс» и других. Помимо актерской деятельности, занималась общественной работой, являлась членом Совета детского клуба «Дома кино», членом цехкома актерского отдела киностудии имени Горького. Что с тобой? Тебе плохо? Нет. Вера Аркадьевна обнаружила губную помаду. Химическую, 4-й номер. Ага, спасибо. Пожалуйста. Похитили! Наследника престола похитили! Что вы так волнуетесь? У нас не страшно. Я знаю. Только я ничего не могу с собой поделать. Тогда нужно менять профессию. Не царское это дело, не царское! Волос длинный, а ум короткий. Царское это дело! Царское! Не царское! Геннадий Дмитриевич Митрофанов. Советский и российский актер, заслуженный артист Российской Федерации. Из-за особенностей в развитии он был лишен возможности говорить, что не помешало ему реализоваться в творческом плане. Окончил студию при театре мимики и жеста. На протяжении более 50 лет выступал на сцене этого театра. За продолжительную карьеру принял участие в создании сотни постановок. Общаться с актером можно было лишь с помощью сурдопереводчика. Успешно выступал и в жанрах клоунады и пантомима. Снимался в фильмах «Бегущая по волнам», «Борис Годунов», «Анна Карамазов», «Хрусталев машину», «Сволочи» и «Черт с нами», «Ленинград», «Ноябрь» и других. Вместе с супругой Еленой Митрофановой готовил глухих артистов к выступлениям на сцене в разных жанрах.
И уродивый вставай. Молись за меня. Нет! Нет! Нельзя молиться за царя Ирода. Евгений Яковлевич Суслов, диктор Центрального телевидения, гостелерадио СССР и телеведущий, заслуженный артист РСФСР. После окончания школы поступил в Бауманский институт, но не окончил его. После службы в армии прошел по конкурсу отбор в отдел дикторов Центрального телевидения. Этой работе он посвятил последующие более 30 лет жизни. Работал в программе «Время», вел концерты артистов эстрады, комментировал военные парады и праздничные демонстрации, а также вел «Голубые огоньки» и другие передачи. Середина 90-х, был на пенсии. К собравшимся обратился член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, товарищ Тихонов. Он сказал: «Пою мое отечество». Так назвали мы праздничный вечер в Останкине, посвященный 60-летию Великого Октября. Эту годовщину Великого Октября, отметил товарищ Тихонов, советские люди встречают замечательными достижениями. Недаром говорится, нам песня строить и жить помогает. Светлана Ивановна Савелова, советско-российская актриса театра и кино. С 1966 года и до конца жизни актриса театра имени Ленинского комсомола, была одной из самых популярных молодых советских актрис. Снималась в фильмах «Прощайте, голуби», «Зеленый огонек», «Повесть о молодых супругах», «Последний жулик», «День солнца и дождя», «Паруси», «Семь стариков и одна девушка», «Три девушки в голубом» и других. Творческая карьера актрисы в театре складывалась хорошо, особенно когда в 1973 году в театр пришел новый режиссер Марк Захаров. Однако уже в 90-х годах актриса перешла на небольшие роли и даже выходила в массовке. Из-за неустроенности в жизни и злоупотребления алкоголем актриса пропускала репетиции. Захаров неоднократно беседовал с Савеловой, но постепенно у нее осталось все меньше и меньше ролей в театре. Скоропостижно скончалась на 58-м году жизни. Тело актрисы нашли на третий день после смерти в ее квартире. Причину смерти так и не выяснили. Честное слово, ну ты какой-то несерьезный. Почему несерьезный? Потому что когда я поступала в комсомол, я вообще всю ночь не спала. Ты ведь наверняка спал. Спал, зато мне международное положение всю дорогу снилось. А кто тебе набрал такие глупости? Ну-ка скажи. Если бы вашего Антошу под воду, а? Под воду? Да, вашего. Такой фактик, небось, сам купался до посинения, вот и придумал. Поняла ты? Я вас прошу, прекратите, это же смерти подобно. Я вас прошу, прекратите, Елена Петровна! Что делать, ума не приложу. Ну, пойдемте, я вас провожу. Ну, пойдемте, пойдемте, больной. Лариса Викторовна Викел, советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Окончила ЮГИК, служила в Московском государственном театре киноактера, снималась в фильмах «Утренние поезда», «Человек, который сомневается», «Весна на Одере», «Письмо», «Каждый вечер в 11», «Опекун», «Два капитана», «Хорошо сидим», «По прозвищу Зверь» и других. В начале 90-х, когда финансирование театра резко сократилось и работы почти не стало, актриса стала злоупотреблять алкоголем, и на этом ее карьера завершилась. Ты что? Тебе не надоело? Я еще посижу. Пойдем в кино. Пойдем. И только с собой захватим. Идем? В общем, это был самый-самый счастливый день в моей жизни. Жениться вздумал? Думаешь, это все, что ей надо? А что еще-то? Распишемся, честь по чести. Я никогда не забуду.
Невеста была ослепительна в своем силоновом платье, и все мужчины завидовали жениху. Ну еще бы! Высокая, гордая блондинка со стройными ногами. Юрий Григорьевич Астафьев, советский актер театра и кино, по окончании Ярославского театрального училища был распределен в Смоленский драматический театр. В 1975 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский театр Ленком, снимался в фильмах «Принц и нищий», «Приключения травки», «Задачи с тремя неизвестными», «Ищу друга жизни», «Двое и одна», «В полосе прибоя», «Дом на песке», «Гроза над Русью» и других. Ушел из жизни от сердечного приступа во время съемок фильма «Гроза над Русью» в Ялте. Роль князя Вяземского в этом фильме озвучил Михаил Силютин. О, король, пощадите нас, чем мы, бедные венецианцы, провинились перед вами. Ты чего? Если я бросал баб, так я что, уже? А может, я их люблю? Детей. Ну, я не знаю, как ей это объяснить. Ну, не знаю, понимаешь? Ей ведь больно, да? Это «Родная кровь». Ты фильм видел «Родная кровь»? Вот об этом там речь. Понимаешь? Да вы исключительно про себя. А я про девочку. А я что? Про мальчика, что ли? Евгений Николаевич Лазарев, советский, российский и американский актер театра и кино, народный артист РСФСР, театральный режиссер и педагог, преподаватель школы киноискусств Университета Южной Калифорнии, играл в Рижском театре русской драмы, в Московском театре имени Маяковского, был главным режиссером театра на Малой Бронной, в 1988-2000 годах актер театра имени Моссовета, в 90-е годы уехал работать в Лос-Анджелес. В этот период снимался в кино и сериалах, ставил спектакли, но всегда возвращался на родину. Снимался в фильмах «Василий Суриков», «Длинный день», «Тишина», «Преступление и наказание», «17 мгновений весны», «По волчьему следу», «Атлантиды и Кариатиды», «Однажды 20 лет спустя», «Особо важное задание», «Отцы и деды», «Мелочи жизни», «Бегущий по льду», «Турецкий гамбит» и многих других. Эх, Катя, как с завода ушла, хоть бы раз к своим заглянула. Некогда мне. А как же Люся? Другие девчата тоже ведь замуж повыходили. А все равно работают, учатся. У меня вообще в последнее время сужается круг лиц, к которым я отношусь с уважением безоговорочно. Без всяких там смягчающих, однако, но... Ерунда все это! Давай выпьем за встречу! Нет. Решать надо сегодня. День сегодня такой длинный. Геннадий Михайлович Ялович, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, работал в различных театрах: «Современник», «МХАТ», «Ленком», театр имени Пушкина, театр имени Станиславского, где выступал как актер и режиссер, руководил также любительскими, экспериментальными и студенческими театрами, снимался в фильмах,
Я шагаю по Москве, месяц май, 33, Афоня, завтрак на траве, Москва слезам не верит, приключения электроника, дамы приглашают кавалеров, трест который лопнул, кинзадза и других. С 1989 по 91 год являлся основателем и художественным руководителем Московского театра «Альбом», на сцене которого поставил 6 спектаклей. После закрытия театра с Геннадием Михайловичем случился инфаркт. Он перенес подряд 14 клинических смертей. Несмотря на это, смог полностью восстановиться и вернуться в строй. Из 92 года и до смерти занимал пост худрука театра Товарищества артистов МХАТ. Скончался от последствий очередного инфаркта. Ой. Осторожней, извините. Ты! Стоп! Стоп! Товарищ! Что вам здесь надо? Как себя чувствуешь, малыш, а? Ну, товарищи, я думаю, что нет нужды здесь говорить о всех достоинствах нашего дорогого именинника. Есть нужда. Гоша, неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о всех твоих достоинствах? Давайте будем нести искусство людям. Берут они охотно! Старинные болота! Ия Алексеевна Арепина, советская и российская актриса театра и кино. В 1954 году окончила ВГИК и стала работать в театре-студии киноактера. В 50-х годах активно снималась в кино. Настоящая слава пришла к артистке в 59-м году после выхода картины «Капитанская дочка». Также снималась в фильмах «Степные зори», «Большая семья», «Илья Муромец», «Девушка с маяка», «Хождение за три моря», «Борец и клоун», «Война и мир», «Калина красная», «Не забудь оглянуться» и других. Всего снялась в 27 художественных фильмах. В начале 90-х у актрисы появились проблемы со здоровьем. Она перенесла 2 инфаркта, а в 94-м году у нее обнаружили астму. Как ваша фамилия? Ты не Егор? Вы забыли вашу шпагу. Я так и обмерла, когда сказали нам, что вы намерены влюбиться на шпагах. Нет уж, лучше жить холостым отшельником, чем жениться с кем попало. Здрасте. Добрая Марья Ивановна, будь моей женою. Согласись на мое счастье. А мы будем счастливы? Будем, Маруся, будем. Раднер Зинятович Муратов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Его советское имя Раднер происходило от сокращения Радуси Новой Эре. В 1951 году окончил в ГИК мастерскую Михаила Рома и Сергея Юткевича. Работал в Государственном театре киноактера, известен по фильмам «Максим Перепелица», «Баллада о солдате», «Время вперед», «Золотой теленок», «Щит и меч», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Афоня», «Вечный зов», «Не может быть» и многим другим. Некоторое время жил в гражданском браке с Изольдой Извицкой, позже актриса увлеклась актером Эдуардом Бредуном. В последние годы актер страдал болезнью Альцгеймера, скончался от инсульта на 77-м году жизни. Стойте! Ребята, вы тут? Дайте 10 рублей, очень опять прошу. День. Костя, дай 10 рублей. Не ходи, не ходи, не ходи. Дай, может, дай, да. Он мне пожертвовал ферзя. Что делать? Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег башка попадет. Совсем мертвый будешь. Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла.
денщик принес. На, забирай, Загиров не везет никогда, никогда не везет. Давай десятка, давай, да. Играть будем. Александра Алексеевна Мартынова Денисова, советская киноактриса, актриса-эпизодница, создавшая целую киногалерею незабываемых образов старух, окончила ГИТИС, играла в театрах Москвы, драматическом, бывшем Корша, имени Ермоловой, 4-й студии МХАТ, с 1939 года на Мосфильме, снималась в фильмах, актриса, Котовский, Молодая гвардия, Чужая родня, Тихий дон, Ветер, Дело пестрых, Капитанская дочка, Счастье надо беречь, Выстрел в тумане, Майор Вихрь, Гончарный круг, Происшествие, Москва слезам не верит и многих других. Баб Матрён! А? Тетя там? Да ничего, курят да говорят. Верно, кино снимать будут. Да чай будут, раз приехали-то. Переведи. Убиваю. Что в яму? Глушит и глушит. Точно у меня завод казенный. Ты же сказал, что если у жены зарплата больше, это не тебе. Ну как же ей признаться-то? Ну... Ты мозги не пудри, она меня обманула. В суд надо подать. Суд-то заставит его вернуться. Деньгами-то добушку-то не окупишь. Рита Ивановна Гладунко, советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. С 1949 года на сценах Бердичевского драматического театра, театра Тернополя, Минского драмтеатра имени Горького, Белорусского академического театра имени Янки Купалы. В 1964-90 годах актриса театра-студии киноактера, снималась в фильмах «Зеленые огни», «Наши соседи», «Часы остановились в полночь», «Весенние грозы», «Гулящая», «Еще не вечер», «Строговы», «Огарева 6», «Лунапарк» и других. Всего снялась более чем в 30 фильмах. Последние годы жизни подолгу жила у младшей дочери в Португалии. В 1996 году приехала к дочери и зять в Москву, встретилась со всеми друзьями и собиралась уезжать обратно. Но в день отъезда у нее случился разрыв сердца. Я хочу работать в театре. Вы кто? Я... Нет, я спрашиваю, кто вы? Вообще, я артистка. Вон она как. Ну, дай бог счастья, дай бог. Ну, а у вас как дела? А и нам, ну, не пофартило, Матвей Захарович. Прямо не поверишь. Граждане, здесь кино. Да? Да. Ведите себя прилично. Галя, пойми меня. Не надо. Ты хочешь быть счастливой, Оля? Ну что ж, будь ей. Прощай. Юрий Васильевич Лученко, советский российский актер, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, брат актера Льва Перфилова, с 1964 года в труппе Центрального детского театра, в которой состоял до 2015 года, снимался в фильмах и телеспектаклях «Тени старого замка», «Тихая семейка», «Финист и ясный сокол», «Карлик нос», «Сказка о четырех близнецах», «Провинциальная история», «Следствие ведут знатоки», «Дело номер 16», «Пушкин дом», «Третье измерение» и других. Коля, я говорю, 7 суток, и еще говорят, будь доволен. Смеешься? Я тоже смеюсь. Нет. Уйду, честное слово, уйду. Да ну его все. Чертова мать. Значит, вы не оставили мысли отправиться сейчас же? Завтра понедельник, начало учебной недели. Ох, вы рискуете. На острове, говорят, неспокойно. Уж не пиратов ли мне бояться? Вот именно. Ладно, иди. Инфаркт от вас схватишь.
Татьяна Дмитриевна Надеждина, советская и российская актриса, народная артистка России. В 1954 году окончила театральный институт имени Щукина и была принята в труппу Российского академического молодежного театра, где прослужила по 2015 год. Снималась в фильмах «Шумный день», «Семь нянек», «Твой современник», «Кража», «Следствие ведут знатоки», «Дело номер 13» и других. Плохое в твоей жизни кончилось. Началось одно хорошее. Ты за него замуж собираешься или нет? Что ты еще выдумал-то? Танька, только не притворяйся. Я же вижу, тебе приятно, что он за тобой ухаживает. По-моему, каждой девушке приятно, когда к ней относятся по-особенному. Танечка, милый, ты не прозевай, голубчик, тебе везет. Не люблю. Вы были сегодня со мной откровенны впервые. Я благодарю вас. Что, ну, умный парень. И врет даже как-то нестандартно. Только вам советую, не откровенничайте. Лучше улыбайтесь, как сейчас, это все-таки может обмануть. Смотрите, не просчитайтесь, Танюша. Не беспокойтесь, Леонид Павлович. Игорь Евгеньевич Сахаров, советский киноактер, будучи школьником, дебютировал в фильме «Красносолнышко», где сыграл главную роль Веня. Особенно заметной его ролью стала роль Саши Иваненко в детском фантастическом фильме «Большое космическое путешествие». Также снялся в фильме «Никто вместо тебя». По окончании школы продолжать актерскую карьеру не стал. В 1980 году проходил военную службу в советской армии в составе контингента советских войск в Афганистане. Впоследствии работал водителем. Трагически погиб на 33-м году жизни. Подробности его гибели семьей не разглашаются. Не слыхали разве? Нет, не слыхала. Ну, это значит, пионеры разыскивают героев войны. Героев? И без вести, которые тоже. Выход только один. Кто-то из нас должен выйти в космос и добраться до аварийного люка Астры. Он школу бросил. Всю мужскую работу сам делал. И косил, и пахал, и сеял. Пожалуй, нам надо перейти на станцию и узнать, что с ним стряслось. Ты не боишься остаться одна? Немножко. Но я потерплю, Саша. Жанна Владимировна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса, бывшая солистка группы «Блестящие». В 1998 группа записала свой дебютный альбом под названием «Просто мечты», а затем вышли еще три альбома «За четыре моря», «О любви», «Апельсиновый рай». После выпуска «Апельсинового рая» Жанна решила начать сольную карьеру. Осенью 2005 года вышел сольный альбом «Жанна». После этого она спела еще 17 композиций, причем некоторые в паре с другими прославленными музыкантами. Была участницей очень многих телевизионных проектов, таких как «Цирк», «Цирк со звездами», «Ледниковый период», «Каникулы в Мексике» и других. Снималась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Кто я», «Красота требует», «Новогодние сваты» и других. В 2013 году у певицы была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга. Проходила лечение в США и Германии. Позднее она продолжила лечение в Москве. В ходе лечения состояние певицы постепенно ухудшалось. Последние 3 месяца жизни она находилась в коме.
Виктор Семенович Берковский, советский и российский бард, композитор, работник образования, кандидат технических наук, профессор. Окончил Московский институт стали. Им опубликовано более 120 научных трудов, множество учебных пособий и статей в научных журналах. Практически всю жизнь, наряду с преподавательской и научной работой, Виктор Берковский сочинял музыку, являясь одним из видных представителей жанра авторской песни. Автор музыки более 200 песен, среди которых наиболее известны «Гренада», «Ну что с того, что я там не был», «Альма-Матер», «На далекой Амазонке», «Под музыку Вивальди», «Песня шагом-шагом», «Сороковые роковые», «Лошади в океане», «Песенка про собачку Тябу», «Снегопад», «Ночная дорога» и другие. В соавторстве с Сергеем Никитиным написал музыку к театральным спектаклям, кинофильмам и радиоспектаклям. Скончался после тяжелой продолжительной болезни на 74-м году жизни. Отряд не заметит потери бойца. Круговой у радости глаза и великий у страха. Пируй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Откуда у хлопца испанская грусть? И я хочу Бразилию к далеким берегам. Виктор Яковлевич Бекштейн, советский композитор, музыкант, продюсер, основатель и руководитель ВИА «Поющие сердца», первый руководитель рок-группы «Ария», группы «Спрут», внес значительный вклад в развитие рок-культуры в республиках СССР, а в частности в распространение легализации и популяризации тяжелой музыки в лице группы «Ария», ставшей первым официальным коллективом, игравшим музыку в жанре хэви-метал в Советском Союзе. В 1988 году покинул должность директора группы, у него были напряженные отношения с участниками коллектива. Трагически погиб, был найден мертвым в гараже, в собственном Мерседесе, с признаками отравления выхлопными газами. Слава Бобков. Настоящее имя – Вячеслав Игоревич Бобков. Российский певец, поэт, композитор, автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, лауреат премии «Шансон года». На большую сцену впервые попал в 1977 году в качестве гитариста и солиста группы «Интеграл» под руководством Барри Алибасова. В 1992 году выпустил магнитоальбом «Русская душа», а на следующий год альбом «Я дворник». Всего записал 7 альбомов, его песни «Такси, зеленый огонек», «Конвой» и «Посадка на рейс» исполнял Михаил Шуфутинский. На протяжении длительного времени он боролся с тяжелой болезнью – рак. Однако это так и не принесло должного результата. Умер певец в клинической больнице Санкт-Петербурга, в которой на протяжении 5 месяцев проходил лечение. До свидания, порт! Мы уходим в глубины морские. Простой мужик, обычный шаферюга, но лучше друга мне не найти. Стран на лавочке, битломаны местные. Прочь, гитара, прочь, тоска, а это значит, но горит за окном звезда. И на что-то опять надеяться. Сергей Юрьевич Кудишин, советский и российский рок-музыкант, соло-гитарист, один из самых лучших, а по мнению многих лучший, гитаристов 80-х. Играл в группах «Дубль-1», «Веселые ребята», «Рок-ателье», «Альфа», «Черный кофе» и других. Участвовал в записях песен Софии Ротару, Роксаны Бабаян, Вячеслава Малежика, Жени Белоусова, Екатерины Семеновой и других.
после ухода из группы «Черный кофе» в 88 году пытался реализовать собственный проект «Каре», но неудачно, и после нескольких малозаметных выступлений группа распалась. Больше Сергей нигде не играл. Музыкант покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Анатолий Михайлович Кулешов. Российский музыкант, хормейстер и бэк-вокалист группы «Любэ», заслуженный артист России. Получил высшее музыкальное образование в Московском государственном хоровом училище имени Свешникова и в Московском институте культуры, специальность педагог хоровых дисциплин. Руководил проектом «Традиции православного пения». В составе группы «Любэ» был со дня ее основания. Погиб музыкант в 49 лет в автокатастрофе. А в саду расцветают вишни. Катя Огонек. Настоящее имя Кристина Евгеньевна Пинхасова, по мужу Богданова. Российская певица, исполнительница русского шансона. Ее называли королевой русского шансона. В 90-е годы 20 века песни такого жанра были весьма востребованы и популярны. Успех певицы принес альбом «Белая тайга». Также записала альбомы «Звонком из зоны», «Через года», «Дорожный роман», «Заповедь», «Поцелуй», «С днем рождения, кореш» и другие. Скончалась певица на 31-м году жизни от отека легких и острой сердечной недостаточности, вероятно, вызванных циррозом печени. По другим сообщениям, она страдала эпилепсией и попала в больницу после приступа. Любовь моя печальная, как слезинка на щеке, через года, через да, через дальности и любви, мне сегодня пиво далеко.